Нет, да мы поняли, что любовь нам безгранична. Особенно, когда у нас в руках что-то вкусное. Да, Таля? Нет, я не готова к съемкам. А пофиг. И вообще, я хочу хлеба. Вообще, мы не тебя снимаем, а собаку. Какой же хлеб-то себе забрать? То ли этот, то ли тот. Как вы думаете, какой хлеб? Не знаю. Два разных хлеба. Один вот такой. Другой вот такой. Нам подписчики наши задали вопрос, почему у вас собака не пристегнута. Кстати, и задали его из Польши. Отвечаем. Пристегнута? У нас пристегнута собака. Было даже видео, где она пристегнута и едет. Ну да. Мы ее руками держим. Она не может без нас. Она сидела в самом конце за сиденьями. Когда мы зашли с пакетами, она перепрыгнула и прибежала к нам. Любительница что-нибудь слопать. Она на лапах стоит там. Ну вот оно, у нее лапки лежат. Как я люблю вас, хозяева. Да. Когда особенно у вас полные пакеты еды. Так я вас люблю, так я вас люблю. Очень моя эта ляпочка сложила. Ладно, дам еще кусочек ей, да? Да, еще кусочек ей. Можно еще кусочек? Ну нет, конечно. Так, аккуратно. Саляфо. Нельзя. А мне кусочек. Нельзя. Забыла, что такое нельзя. У нас не было 2 недели дома. Можно? Она все команды забыла. А мне большой кусочек. Вот как их можно не любить? Вот как? Как это их не любить? Молчат. Это же член семьи. Многие пишут, ну как их можно не любить? Конечно, их нельзя не любить. Не ругаются. Их только любить можно. Мохнатые. Они же неженки. Плюшевые. Еще какие плюшевые. Вот, зацелованные. Собака 2 недели не целованная. Да, 2 недели нас не было. Мы приехали. Столько счастья, столько радости было. Да? Две недели не целовала. Ну, мы же тоже целовали ее дети-то. Да, ну, кто ее там целовать будет, кроме нас. Так что вот так. Любите собак, любите свои семьи. И все у вас будет хорошо. Всем добра.